Приветствую вас. Первое, что мне хочется сказать, наверное, это то, что вы очень непонятно пишете, очень непонятно вы описали свою проблему вообще в целом. Ну просто вот в плане грамматического построения предложений, в плане лексического значения очень непонятно в чем проблема. То есть в целом какая-то картина вырисовывается в целом, вот. Но все-таки этого мало, и хотелось бы все-таки несколько лучше понимать, с чем мы имеем дело. Ну, мне, по крайней мере, так. Значит, это первое, что я хотел сказать вам. Значит, что касается второго аспекта, что касается второго аспекта, здесь мне представляется следующее. Вы пытаетесь на нас, значит, на нас, на психологов, на мой взгляд, перевесить решение ваших проблем. Вот. Что, на мой взгляд, не является чем-то хорошим, чем-то правильным и так далее. Вот. Ну, просто потому, что это решение нужно принимать вам. Да? То есть вам принимать решение, относительно своего ребенка. Мы не можем, и я думаю, что не должны за вас этот вопрос решать, как минимум. Да? Вот. Далее. Если можно так выразиться, да, если можно так выразиться, то вашему мужу очень желательно определиться самому определиться со своей позицией по данному вопросу. То есть это из-за мужа вы, условно говоря,
это из-за мужа вы находитесь в такой ситуации. Ну, то есть вот из-за мужа вы терпите всю вот эту вот историю, которая происходит с вашей свекровью, свекром и так далее. И либо человек это понимает сам и что-то делает, да? Либо человек не понимает, и в итоге вы просто-напросто остаетесь один на один с ребенком. Вот. То есть, иными словами, если на вашего мужа можно положиться, то есть если ему можно, например, доверять, то я полагаю, что можно ребенка оставить, но только при условии, если у вас есть перспектива как-то отдельно все-таки существовать. Потому что если такой перспективы нет, да, то есть если у вас нет возможности ну вот отдельно жить, то, наверное, пока что лучше не заводить ребенка. Вот. Вообще, меня очень интересует, знаете ли, позиция вашего мужа во всей этой ситуации. Вот вы говорите, что он у вас такой человек, что если вы там ссоритесь с ним, допустим, то он вам не отвечает, он ведет себя значит, ну, достаточно негативно по отношению к вам, вот. И у меня, собственно, вопрос назрел. А вы его таким вообще принимаете, или вы все это время своего рода, ну, может быть, терпите его, или как-то так, потому что есть вот у меня такое ощущение, что вы тяготитесь, что ли, им. Есть у меня ощущение, что вы как будто бы
не знаю, не уверены в нем, как будто бы вы не знаете, что делать дальше в этой ситуации, в которой вы оказались, естественно, вот, понимаете? То есть, вопрос здесь в том, да, вопрос здесь в том, как вы выстраиваете отношения именно с мужем своим. То есть дело здесь не в свекрови. Вот. Вы говорите, что у вас свекровь коварный человек. Мне думается, что это не совсем так. Конечно, что-то коварное в ней, быть может, и есть, конечно же, но к вам отношение это все имеет постольку-поскольку. Куда важнее, как вы сами выстраиваете свою модель поведения. Куда важнее, как вы сами себя преподносите. Куда важнее, что вы сами о себе думаете. Куда важнее, как вы себя воспринимаете сами. Вот это на самом деле куда более важно, чем все остальное. И на что или на кого вы ориентируетесь при выстраивании своей модели поведения? Вот это куда более важно, чем все остальное, чем все то, что вот, собственно, с вами происходит. Понимаете? И поэтому, именно поэтому, у меня есть такое ощущение, что вы чересчур сильно концентрируетесь на других людях. Чересчур сильно вы концентрируетесь на том же, например, на той же свекрови, на том же муже моем, проблема которого в том, что он не может адекватно выражать свои чувства. Понимаете? Вот. То есть вся эта история про вас, это история про то, как вы выстраиваете свои отношения с людьми. Вот. Как вы относитесь к себе? И вот мне кажется, что как раз таки к себе вы относитесь далеко не лучшим образом. Почему я так думаю? Ага, потому что хотя бы, если судить по тексту, который вы написали, да, то текст написан, ну, не очень хорошо, да, об этом я уже говорил. Если текст написан не очень хорошо, то значит, скорее всего, так же вы относитесь к себе. Понимаете? Вот. То есть здесь дело не в том, что вы пишете,
как вы пишете, а дело здесь именно в том, как вы относитесь к себе. Знаете? Поэтому для начала я предлагаю вам проанализировать свое отношение к себе. Для начала я предлагаю проанализировать ваши собственные приоритеты, ваши собственные задачи. Вот. И уже потом, после этого, решать, будете ли вы делать аборт, или будете оставлять ребенка. А если будете оставлять ребенка, то, соответственно, возникает вопрос, да, на кого вы будете его оставлять. Ну, то есть, кто будет за ним ухаживать, кто будет его содержать и так далее. Вот. То, что вы не хотите, чтобы ребенок видел вот негатив, который есть, да, ну то есть вот негатив, который имеет место быть, то здесь я вас прекрасно понимаю и поддерживаю. Я считаю, что здесь вы правы. Вот, потому что действительно не пойдет на пользу ребенку, если он будет видеть какую-то агрессию, да, постоянно какой-то негатив. Вот. Тут вы действительно правы. Но все же это ваш ребенок. И я думаю, что если вы беременны, то ну, распорядиться этим нужно как минимум постараться с умом. Да? Вот. То есть, что значит с умом постараться? Распорядиться. Это значит, что не торопиться, поговорить с мужем, да, обсудиться с мужем, подумать, что вы можете дать ребенку, и можете ли вы ему дать то, что ему необходимо. Вот. И уже из этого как-то делать выводы относительно того, что делать дальше. Вот. Мне кажется так. А что касается вашего вопроса, который вы задаете, да, что вот оставлять мне ребенка или нет, то здесь, если честно, непонятно. Опять же, здесь много упирается в текст, то есть в то, как вы раскрываете свой текст. То есть проблема вся в том, что не совсем понятно. Вы говорите, что ребенку вашему 4,5 года, но при этом говорите, оставит ли вам его или нет. То есть вот тут, как бы, знаете, ну, не очень понятно. Вот. То есть я понимаю, что, скорее всего, вы имеете в виду что-то другое, да? Вот, я понимаю. Но это отнюдь не означает, что я могу например, корректно вам ответить сейчас. Да? Вот. Я постараюсь вам показать сейчас,
как это выглядит, да? То есть, вот, как выглядит ваш текст, просто чтобы вы смогли понять, в чем проблема, да? Вот, давайте посмотрим. Значит, вот вы пишете. Здравствуйте, у меня большая проблема. Я брак, у нас ребенок. Свекровка, у меня коварная женщина. То есть, вы пишете, у нас ребенок. Да? У нас ребенок. И тут же вы пишете про свекровь. Что свекровка коварная женщина. Но, простите, как связана свекровь, да, и ребенок? Я понимаю, что это ваши родные люди, но вы даже не поставили здесь разграничение. Дальше, живем вместе, ранее, да, свекровка у меня коварная женщина, в чем коварно? Живем вместе, все вместе живет. Опять вопрос возникает, если вам не нравится свекровь, или вы считаете ее коварной, вот, то как же вы согласились тогда жить не вместе? Для чего вы согласились жить с ней вместе? Или вы надеялись на то, что она там, например, ну не знаю, станет другой? Вы надеялись, может быть, на то, что она поменяется, вы надеялись на то, что она перестанет быть коварной, или что? Вот каков был ваш выбор жить вместе? Ну вот, с человеком, да? Которого вы априори, да, вот, считаете коварным. Вот на мой взгляд, это очень важный вопрос. Дальше. Так, муж был судимым, из-за этого не может устроиться на работу, как бы его подставили? То есть вы хотите сказать здесь, что ваш муж имеет судимость, но его подставили. То есть на самом деле муж не виноват. Хорошо. Допустим так. Откуда у вас такая информация? Почему вы так уверены в том, что это правда? Ну, помимо того, что вы, скорее всего, любите своего мужа, и он вам дорог. Вот. Вот это вот тоже то, что я бы, на что я бы обратил внимание, да, ваше, вот, ну, именно ваше внимание. На это я бы обратил.
Дальше идем. Сейчас они с матерью арендуют магазин, В-магазин, и работают вместе по очереди, но от 170% у меня муж проводит в магазине. То есть вы имеете в виду, что муж работает очень много. Вы имеете в виду, что муж работает очень много, и он, значит, практически с вами, значит, не бывает. Вы хотите сказать, я так понимаю, именно это. Но опять же, знаете, какая история? Момент здесь в том, выбор ли это вашего мужа. Если это его выбор, вам ничего не остается, кроме как его выбор принять. Ну, потому что это его выбор. Здесь ничего не поделаешь. Если он это делает по нужде, то есть, если он этого не хочет, например, делать, вот, ну а ему там, допустим, приходится, это другое. А тогда опять же стоит подумать, мужчина не может справиться с какой-то ситуацией. Что это за мужчина такой? Тогда, достоин ли этот мужчина быть отцом вашего ребенка? Вот. Далее вы говорите, у вас прошла, значит, овуляция, вы забеременели. А вопрос здесь важен такой. Вопрос. А вы хотели этого ребенка второго или нет? То есть, грубо говоря, как муж отнесся к тому, что у вас появится еще один ребенок. Вот. Мне кажется, это тоже очень важно, потому что если он рад тому, что он будет отцом еще раз, то это одно. Если он не рад, это другое. То есть, по сути, то, что я хочу сказать, это то, что вам с ним нужно решать этот вопрос. С ним нужно решать вопрос, оставляете вы ребенка или нет. Дальше. На данный момент я пока не работаю, но только устраиваюсь на работу, с мужем у нас отношения неладные, когда она объединяется, человек мне разговаривает и ложится отдельно. И все эти 4 года, да, вот, значит, вы это терпите. Терпите, по сути, по факту, такую его позицию. Ну и, собственно, возникает вопрос тогда, а что же вы терпите-то, если вам не по душе, если вам не нравится, как он себя ведет, если вы считаете, что неправильно он себя ведет. Что же вы терпите его такое отношение тогда? Ради чего? Для чего? Чего ожидаете? Пробовали ли вы с ним разговаривать? Доносили ли вы до него, что для вас это
проблема, то есть знает ли он, а я имею в виду ваш муж, что это проблема для вас? Знает ли он, как, например, вы это воспринимаете? Знает ли он, что вам от этого плохо? Вот. Знает ли он, что вам от этого некомфортно? Делали ли вы что-то, чтобы он так не делал больше? То есть, ну, старались ли вы что-то сделать, чтобы он так не делал больше? Чтобы он, грубо говоря, так не поступал? Если нет, то, опять же, возникает вопрос, на что вы рассчитывали тогда? То есть я понимаю, что это ненормально, когда человек так себя ведет. Я понимаю. Но еще раз повторяю, вы выбрали этого мужчину себе. И если вы это терпели, если вы ничего не делали, то сейчас будет немного странно заявить о том, что, например, вас что-то не устраивает, и что вы, допустим, хотите, чтобы было все как-то по-другому. Вот ведь у мужчины есть, по сути, железный аргумент, что я, значит, с тобой уже вот сколько времени живу, и тебя все устраивало, например, а теперь вдруг внезапно тебя все устраивать перестало. Поэтому тут вопрос скорее больше к вам. Тут вопрос скорее больше к вам. Как вы все это воспринимаете? Дальше. Вот и все эти 4 года он ни разу не был упал ни одну вещь, допустим, ребенку. Наверное, вы имеете в виду, не покупал все эти вещи, все эти 4 года он ни разу не покупал вещи ни вам, ни ребенку. Но опять же, это вопрос скорее к вам. Вы, получается, так себя поставили, что вам не хочется ничего покупать. Почему вы так себя поставили? Как вы так себя поставили, что вам не хочется ничего покупать? Это уже вопрос скорее, опять же, к вам. Понимаете, да? Потому что если вы ставите себя таким образом, что мужчина не хочет для вас ничего делать, вот, если вы ставите себя таким образом, что мужчина не хочет для вас ничего делать, то это нужно спросить у вас, какая модель женского поведения вам ближе, что мужчина не хочет для вас, значит, стараться, мужчина не хочет для вас предпринимать каких-то усилий. Вот. То есть вы ему говорили, что вам хочется там какого-то внимания, что вам хочется
каких-то, там, не знаю, подарков, может быть, чего-то такого. Вот, вот. Говорили ли вы ему об этом? Или ждете, что он сам догадается, что вам нужно что-то? Понимаете? Если ждет, что догадается, но при этом никак себя не проявляя, то я могу вас обрадовать, ну я так думаю, обрадовать, что он никогда вам ничего покупать и не будет, потому что вы не заявляете о своих желаниях, вот. А мужчина, он будет что-то делать, только если вы говорите ему об этом, вот. Поэтому здесь еще раз повторяю, очень важно, как вы сами себя ведете, по факту, какая у вас модель, женского поведения. Если модель женского поведения у вас такова, что вы себя недооцениваете, или вы себя принижаете, допустим, вот, то нет ничего удивительного, если мужчина вам ничего не покупает. И здесь я, конечно, понимаю вашу обеспокоенность, но если вы ничего не меняете в своей жизни, если вы ничего не меняете, например, в своем, своем поведении, да, то и мужчина не изменится. Вот. Поэтому вы можете здесь поговорить с мужем и сказать ему, что, дорогой, вот я хочу там того-то, 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 да? Я считаю, что я этого достойна. Но перед этим нужно, конечно, определить, действительно ли вы считаете себя достойным. Потому что, если нет, то получится лицемерие, и, в общем, никто от этого не выиграет. Вот. Но, тем не менее, значит, вот, можете сказать своему мужу, что, дорогой, ну, вот я, считаю, да, что достойно того-то, 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 вот, а ты считаешь, что я достойна? Вот. Мы с тобой, там, например, давно уже где-то не бывали, да, мне бы хотелось там где-то с тобой побывать. То есть, ну, нужно делать что-то, чтобы у мужчины появилось желание дарить вам подарки. Вот. Про ребенка тут момент другой. То, что если ребенок не получает внимания мужа, значит он сам, скорее, еще недостаточно взрослый. Вот.
ваш муж, что отчасти подтверждает тем, что его мама им руководит. Вот, ну, как это вот мне показалось, да? Вот. То есть здесь нужно что-то делать, чтобы вам были подарки. Другому не бывает. Дальше. Так, дамы с новым, я сама тоже то работал, вот муж напрёк ребенком. Непонятно, что вы хотели этим сказать. Полтора года вышла на работу, свекровка была против, потому что он смотрел за ребенком. Вот и боюсь в дальнейших ситуациях, что мы не можем прожить вместе, не только вместе, а обеспечить наших детей. Почему свекровка была против? Что ей не нравилось? Как вы это восприняли? Почему восприняли на свой счет? То есть, вот. Боюсь, не можем прожить вместе. А что именно угрожает совместному проживанию сейчас? Потому что когда они сбросят, у него всегда денег нет. Но это опять же, это, знаете как, это что-то вроде вашего выбора, понимаете? Это что-то вроде, это что-то вроде того, как вы воспринимаете человека, понимаете? Вот. Я думаю, так. То есть, дело здесь не в том, что делают они, вот. А дело здесь, скорее, именно в том, как вы все это видите. Вот. Ну и, естественно, по какой причине, вот. То есть по какой причине вы видите, ну, ситуацию именно так, а не иначе. Дальше. Мы живем в трёхкомнатной квартире, свекровка, а также его братишка. Свекровка хочет, чтобы я рожала, так как другие снохи рожают порой. Попробуй в кот свекру нас характером иногда свекровка. Меня хорошо пьет. Тут тоже непонятно. На самом деле. То есть, ну, может свекровь, конечно, хотеть, чтобы вы родили, или чтобы вы рожали, свекровь может этого хотеть, но все равно, по большому счету, определяете это только вы и никто больше. Вот. И здесь опять же, либо вы не уверены в себе, вот, либо вы не уверены в себе, как-то сомневаетесь, вот, может быть, чего-то боитесь, не знаю. Вот. Но в любом случае желание свекрови ваше ничто по сравнению с вашим
желаниями. То есть по сравнению с тем, чего хочется вам, именно вам. Вот. Поэтому здесь, конечно, на мой взгляд, ну, больше внимания нужно уделять именно тому, что вы хотите сами, не свекровь. Вот. Потому что так очень легко забыть о себе, о своих потребностях, начать, ну, как-то жертвовать, да, может быть, вы это уже и делаете, я не знаю, вот, но если делаете, то нужно срочно это прекращать, потому что ничего хорошего из этого, в принципе, выйти не может, вот, значит, и действовать, еще раз повторю, исключительно только для себя. Для себя и в своих, своих интересах. Вот. То есть вот вы сейчас готовы, вы чувствуете уверенность, значит, ну, в будущем, чтобы, грубо говоря, рожать. Вот. Если не чувствуете, то и не стоит. Если вы не чувствуете, что все в порядке, если вы не чувствуете стабильность, скажите об этом мужу. Если угодно, скажите об этом свекрови. Вот. Что значит, ну, что, в принципе, нормально будет, честно, по отношению к вам, вот. Ну, я так вижу. Так, грубо говоря, какое вам дело до того, что хочет свекровь? Вы сами чего хотите? Дальше. Свекровь хорошо пьет. Ну, здесь, конечно, опять же, вопрос к вам. Вы согласились на совместное проживание со свекровью, да, вот, зная, что она употребляет, ну, злоупотребляет алкоголь, вот. Ну и, собственно, что здесь можно сделать? Поговорить с мужем, например, сказать, что это то, что происходит вот сейчас со свекровью, значит, по вашему мнению, переходит все границы, например. Вот. Ну, на мой взгляд, можно сделать так, на мой взгляд, да? Вот. Но как решите вы, это вопрос. Дальше, я не хочу, так, шипеть, когда они встречаются с свекром, дома они ругаются и бывает большой скандал. Но опять же, то, что вы не хотите, чтобы ребенок жил в такой ситуации, да, я вас, в принципе,
Хорошо понимаю. Действительно. Ничего хорошего в этом нет. В том, чтобы ребенок был в такой ситуации. Вот, но опять же, что вы готовы для этого сделать? Понимаете? То есть, один-то ребенок уже есть, и он живет. Почему вы думаете только о том, кто не родился еще? А тот, кто родился, он ему как ему жить, как ему существовать, да? Вот. Понимаете, какая история? Поэтому я полагаю, что здесь нужно обо всей ситуации в целом глобально думать. Дальше, значит, как вы думаете, мне стоит оставить ребенка или сделать аборт? Ну, понимаете, да, вот мы не можем за вас сделать такой выбор. Тут вам нужно принять решение. Вот, я думаю, что вам нужно взвесить все за и против, посмотреть, как вы можете улучшить ситуацию, вот. Поговорить обязательно с мужем, обязательно поговорить с мужем, обязательно просто. Все моменты с ним обсудить, вот. Значит, и если он вас услышит, то можно уже будет что-то делать. Если он вас не услышит, то делать ничего уже нельзя. То есть, действительно, рожать ребенка в таких условиях крайне опасно для него самого, потому что это действительно будет негативно влиять на него, плюс, может быть, и к алкоголю пристрастие тоже, ну, потому что модель поведения будет копироваться, вот, и так далее. То есть, здесь, конечно, ситуация достаточно неоднозначна. Вот. Неоднозначная ситуация. И я думаю, что вам, только вам, можно принимать решение в ней. После всестороннего взвешивания всех за и против. Вот. Только так. То есть только после того, как, грубо говоря, будет понятна позиция вашего мужа по данному вопрос, да, только после того, как будет понятно, значит, как муж относится к этой вот всей ситуации в целом, вот. Вот я думаю, что только тогда можно будет уже о чем-то говорить, и тогда уже можно будет что-то предпринимать. А пока вы рискуете, на мой взгляд, сделать поспешные шаги, пусть и я понимаю, почему вы делаете эти шаги, но все равно они могут быть поспешными, вот. И ничего хорошего, по итогу, ничего хорошего из этого не будет. Вот. А вы потом можете просто-напросто жалеть об этом, вот. О том, что сделали аборт, вот. И так далее. То есть, грубо говоря, вот себе сами обозначите определенный временной промежуток. В течение которого дайте себе обещание ситуацию прояснить. Вот.
И, собственно, если ситуация не прояснится, например, в ближайшие, скажем, например, две недели, да, вот, то это значит, что вы делаете аборт. Вот и все. Я думаю так. Я думаю так, потому что, ну, других вариантов здесь попросту, на мой взгляд, просто быть не может. Других вариантов нет. Вот. А если вот какие-то проблемы, да, если будут какие-то проблемы, например, то в этом мы вам с радостью поможем, разберем вас, разберем вашу ситуацию и поможем в ее преодолении. Вот. Я думаю, что это мы можем сделать. Вот, а решение все-таки нужно принимать вам само, потому что по-другому было бы неправильно. Вот. А на этом, в принципе, все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что мой ответ помог вам прояснить ситуацию, помог вам лучше понять то, что вы хотели бы сделать. Вот, в ситуации вы оказались, конечно, непростой, вот, но безвыходных историй не бывает. Вот, главное хотеть что-то сделать, и я думаю, что выход обязательно найдется. Главное, не теряйте духа и не сдавайтесь. Опытно такое ощущение, что вы чувствуете себя загнанным в угол. Вот эта позиция жертвы, она иллюзорна, потому что вы обесцениваете таким образом свои возможности по решению проблемы, а это все-таки неправильно. Вот. Это вам напрямую вредит. Вот. Так что вот так вот, я вам желаю удачи, я вам желаю найти выход из своей ситуации. Вот. С своей стороны предлагаю всяческую помощь, если потребуется, если это нужно будет. Вот, обращайтесь, всегда буду рад вам помочь. Вот, значит, если у вас остались вопросы по моему тексту, пишите в личку, буду рад ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого-самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.